В России увеличили льготный срок оплаты штрафов ГИБДД. Буквально на днях было внесено изменение в действующее законодательство, согласно которому срок оплаты штрафов по выгодной цене может быть продлен, но только в том случае, если письмо счастья автовладелец получил с сильным запозданием, а точнее после того, как льготный срок уже истек. В других же случаях льготный период будет сохранен. Напомню, он составляет 20 дней. Такое нововведение, по мнению законодателей, позволит восстановить справедливость и право любого автовладельца на дисконт при оплате штрафа за нарушение правил дорожного движения. Ведь ни для кого не секрет, что работа почтовой службы не всегда отличается оперативностью. В некоторых населенных пунктах люди иногда и вовсе не могут дождаться постановлений. Для того, чтобы подать это заявление, либо письменно можно это сделать, либо на сайте Государственной инспекции безопасности дорожного движения, либо другим доступным способом. Можно, если судебное же какое-то решение, там тоже можно подать информацию в суде, чтобы он принял решение о продлении данного льготного срока.